Всем добрый день, или вечер, или утро. Юрий Розанов и Василий Соловьев вместе с вами будут смотреть этот матч. У нас тут комментаторский спор вышел не с Василием, мы выступали единым фронтом. Просто вот сыграли в прогноз, если угодно, но пока вам не скажем, только в конце матча. Да, мы частенько, если честно, стараемся загадать, но просто ради того, чтобы потом убедиться в том, что были неправы. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Явные проблемы в обороне, видим, и зоны не закрывают, и подстраховка не работает. Можно их проходить, коли сами напрашиваются. И Месси пытается не отдать мяч сопернику. Обыкновенно ему это удается. Игрок поспешил и залез в офсайд. Неймар. Широкая атака. Посмотрите, справа подключение. Ну, во всяком случае, мяч у игрока отобрали. Шанс для Барсы. Команда будет подавать угловой. Бьет игрок головой по воротам. А не смог точно пробить головой. Голова-то рабочая, но вот ее нужно прокладывать в правильное направление. Русли, я просто. Хорошая попытка. В следующий раз угловой, может быть, получится. Ари. Головой подаст Барселона. Удар головой, он особенно труден для вратаря. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Думаю, надо бить и забивать. Опасный момент. В эпизоде хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. И Барселона получает право на удар с угла поля. А теперь дальше. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехват. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Ну, это, честно, бывает в футболе оборона побеждает. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Зажигает линейный флажок, офсайд. Классический вариант футбольной девятки. Как говорят, триггермен. Человек, который спускает крючок. И
Думаю, надо бить и забивать. Катится мяч, будто ожидая. Давайте, давайте, ребята, подбирайте меня. И продолжается атака. Вот обыграл один в один, и сразу перевес численный может быть. Лионель Месси. Кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Короткий пас на Хави. Так, молодец. И не доходит мяч до ворот. Кто-то полез за валидол. Неймар. Вот хороший проход. Потрясающе играет защитник. Буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. И если партнеры сейчас ускорятся, то большим числом может... Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Вот она, судьба защитника. Ты сыграл великолепно, а все сказали, просто грамотно. Классика отбора мяча продемонстрирована нам. Образцовый отбор показал игрок. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Сколько же можно моментов-то упускать? А я думаю, это первые слова, которые скажет тренер своим подопечным в перерыв. Ничего. На то он и есть второй тайм, чтобы переманить фортуну на свою сторону. Сейчас мы увидим, как команды реализуют то новое, что услышали в раздевалке за время перерыва. Педро. Как внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Передача не прошла, есть время отдышаться. Включаться в атаку, а и мяч отбирать, конечно. Что творит Лионель Месси? Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Рикошет от защитника, гол! Своим товарищем капитан. Сыграл великолепно. И этот мяч, я думаю, будет украшением этого матча. Гол первый, а половина игры вторая. Закончилась атака ничем, будет удар от ворот. Не исключаю того, что оба тренера решили добавить свежести в действие своих команд. Ну, головой он играет хорошо, кто бы в этом сомневался. Отбилась оборона в этот раз. Думаю, надо бить и забивать. Уверенно защитник прерывает попытку этого прорыва. И что дальше? Вот центр поля попроще, а дальше начинаются сложности. Может быть, это и вправду второй Марадона, это Месси.
же атака может покатиться в другую сторону. Интересно. Думаю, надо бить и забивать. Защита настояла на своем, причем, как видите, довольно жестко. Осада, но от этого не менее опасно. Хороший проход и явно он нацелен на удар поворота. Думаю, надо бить и забивать. Великолепная игра в собственной штрафной. Стоп, и вот он удар поворотом. И, разумеется, руки голкипера с удовольствием забрали то, что само в них шло и летело. Классическим подкатом отбирает защитник мяч. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. Рядом, не рядом, в ворота не попал. Вот они, 7:32, не хватило. Выйти. Пока не будем рассуждать, какую позицию он займет. В общем-то, сфера его интересов футбольно всем хорошо известна. Но кто его знает, может, у тренера какие-то определенные задумки. Порой действия в обороне могут вызвать чисто эстетическое удовольствие, как вот в этом случае. Смотрим и любуемся на Месси. Хороший подкат и, главное, чистый. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Ави. Что творит Лионель Месси? Ну, во всяком случае, мяч у игрока отобрали. Легко проскакивает защитника. Есть выбор, только надо делать его быстро. Устали, а? Бьются как свеженькие. Выбит мяч. Эпизод закончен. Победа Барселоны. Часто приходится говорить такие слова. Была ли эта победа сегодня так красива? Ну вот настоящий кубковый поединок. Настоящий. Если бы